церемония открытия первой и единственной ледовой арены в городе Тула. Арена будет называться «Тропик». Мы долго ждали этого мгновения, и вот оно свершилось. Именно сегодня здесь, друзья, мы откроем ледовую арену. Во-первых, я хотел, конечно, поблагодарить наших звезд, которые сегодня приехали к нам на открытие. Действительно, вот ведущий правильно сказал, единственная, первая и единственная. Но, надеюсь, все-таки она будет не единственная, недолго. Несмотря на новую экономическую реальность, я думаю, что все-таки у нас возможности по открытию спортивных сооружений, учреждений все-таки будет продолжаться. В этом году уже мы не первое спортивное сооружение открываем. Действительно, вот чем примечательен этот объект, он такой сложный был объект, многострадальный, не один год мы его делали. Это как раз пример частно-государственного партнерства, когда муниципалитет совместно с инвестором сделали вот прекрасный объект, на котором будут заниматься и ребятишки, и будут заниматься профессионалы. Я надеюсь, что все-таки у нас уже в Туле появится и профессиональная команда. Может быть, они будут начинать еще не сразу попадать в КХЛ, да, но все-таки там делать первые шаги. Ну и будет возможность, да, будет возможность, конечно, просто тем ребятам, которые любят хоккей, которые с удовольствием будут приезжать и играть здесь в хоккей, потому что вот вообще в целом по стране очень активно развивается ночная хоккейная лига, и вот в крупных городах, коим является в том числе и славный город-герой Тула, думаю, что лед будет занят все время. Ну, посмотрим, как будет развиваться, и будем уже думать о следующем строительстве новой ледовой арены. Я хотел поблагодарить, конечно, всех участников этого проекта. Я говорю, он действительно был сложный такой, сложный, длительный, непростой. Но важно то, что не бросили, завершили. И вот хочу сказать всем большие слова благодарности. А Туликов поздравляю. Накануне Дня города жители получают хороший объект. Но и я знаю, что правительство Тульской области очень активно занимается сейчас. Уже это парк, можно назвать Рогожинский парком, и действительно постепенно он принимает очертания парка. Конечно, не все в этом году будет сделано, будем делать и в следующем году. И уверен, что это будет еще одним новым, любимым местом отдыха для всех жителей города. С праздником, с наступающим! Спасибо! Конечно, мы надеемся, что в городе Туле обязательно образуется команда, которая будет выступать в первенстве России, будь то молодежная, в молодежной хоккейной лиге, или, может быть, в ВХЛ, или, дай бог, в КХЛ. Поэтому удачи вам, тулики, и поздравляю с праздником! Это действительно особенное событие, долгожданное, прекрасное событие, которое сплотит многих и многих юных спортсменов и подарит нам много ярких эмоций от побед! Ура! Часть времени будет зарезервирована за социальными группами, а часть времени это будет коммерческое время, которое можно будет использовать. Ну и общие массовые какие-то мероприятия, ну просто как катание на льду. Дискотеки на льду будут, обещают. Обещают, да. Новогоднюю елку. У нас Юрий Михайлович больше, скажу честно, контролировал строительство этого проекта. И вот во многом благодаря его трудовым усилиям. Во-первых, это новые рабочие места. Это почти 30 новых рабочих мест. Очень важно, чтобы все-таки этот проект вышел на окупаемость, потому что если такие проекты будут выходить на окупаемость, то у нас появляется будет больше и больше потенциальных инвесторов. Ну а самое главное, это то, что здоровый образ жизни. Вот посмотрите, яркий пример, вот Центральный парк имени Белоусова. Если 4 года назад он выглядел достаточно убого, и совершенно другой контингент, совершенно другая категория людей, которая там находилась. Сегодня там пьяных людей не встретишь. Все, опять же, благодаря стараниям туликов, потому что тулики платят налоги, за которые мы все это делаем.